Ребята, всем привет! Я в новый влог с хорошей новостью. Вы ее все сами видите. Весна пришла. Мы дождались. Сегодня 24 марта. На днях происходила просто какая-то непонятная ерунда. Я выходил из дома, было тепло, ясно и сухо, а возвращался домой в метель. Поэтому пришлось очень долго ждать для того, чтобы нормально покататься, ну, так сказать, налегке. В общем, мы начинаем, выезжаем. Это Гоша, а.к.а. Дима. А.к.а. Fuck School Boy, ребята, всем привет. Он велосипедист. Да, ребята, я, конечно, сейчас мы проверим, пустят ли его в метро, потому что нам скоро надо быть в центре, стыковаться с другими ребятами, поедем кататься, все будет классно, ставьте лайки и, короче, да-да-да, комменты открываем и делаем свои ставки, пустят его в метро или не пустят. Ты сам как думаешь? Я думаю, что нет, ребят, мне кажется, мне уже немного раз не пускали в метро, на самом деле, с великом. Поедешь отдельно. У меня есть друг, которого на МТБ пускали, он даже ничего типа не скручивал, а меня иногда с самокатом не пускают. Ваши ставки приняты. Ставка номер раз зашла. Не знаю, кто на что ставил, сколько кто выиграл, но я прошел в метро. Короче, ждали-ждали Нефана, и его задержали на учебе, поэтому немножечко получается BMX-влог в ближайшие несколько минут. В главных ролях бородатый номер два. Ренатос! Вторая главная роль, или первая, ХЗ. Илья Субач. Это я. Теперь у нас самокатный влог, не только бумейсерский. Мы, может, это уже еще больше соберемся, чтобы на нашем фоне бумейсеров не было видно. Плюс Октавия одна. Блядь, сугроб. Один зашел всего лишь. Но ты уже упал типа за 4 хренка определенно. Ты что делаешь, козел? Извинись, дурак! Короче, ребята, если честно, день полная ерунда и настроения нет, сил нет. И я думал, что этот видос не будет продолжаться, честно говоря. Но механик заставил меня одной фразой достать камеру для того, чтобы показать вам все-таки жесткий момент. Мы на Колизее, и, как вы понимаете, сегодня вбиваемся в BMX-тусовку случайным образом и катаемся по спотам, на которых обычно катаются BMX-еры, а мы нет. Можешь ехать. Но ты не первый, не последний. Ну что, механик, как ощущения? У меня ноги считаются. Продолжение будет? Будет, но не в эту погоду, наверное, летом. Make it work, 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 make
общем, ребята, предыдущий день, то есть позавчера, когда мы снимали то, что вы сейчас видели, день, мягко говоря, у меня не задался. Вот настроение пропало, трюки не получались, и, в общем, за день доснять целое видео не успели. Поэтому сегодня уже с хорошим настроением я еду продолжать снимать этот видосик. И если вы все еще не поставили лайк, то жмите прямо сейчас, мы едем с пацанами на Боровую для начала. Ну, а дальше уже будет видно. Короче, ребята, я приехал на Боровую, и как-то так чудесно, магическим образом, не знаю как, получается, что я везде приезжаю раньше всех. Я жду Нефана и Гошана, которых в этом видео вы уже видели, но по старой доброй традиции, обычно, когда я кого-то жду, а кто-то долго едет, я рассказываю вам про детальки. Ну, за этот новый старый самокат вы уже все слышали. Короче, проблему я вроде как решил, по крайней мере, я уже несколько дней его не закручивал, это значит все окей. Что касательно краски, как она стерлась, ну, в принципе, довольно-таки ожидаемо подстерлась, но сам стакан, все четенько. Мне нравится, меня устраивает. Вот. Считаю, что покраской я занимался, ну, не впустую. Ну и вид, конечно, имеет. Мне, блин, очень нравится. И я знаю, что большинству из вас тот самик понравился тоже. А еще есть люди, которые говорят, отпили ковадроп и поставь туда пеки. Возможно, возможно, я так и сделаю. Но я хочу, короче, если отпиливать дропы, то отпиливать дропы, как у Пилауда. Кто видел, я, может, приложу фотку, как ему сделали. Мне вот очень понравилось. А, про вес самика забыл сказать в предыдущих двух роликах. 4600 получилось примерно, может, 4650. Ну, то есть, больше, чем обычно у меня были самики. Там где-то 4.2-4.3, здесь 4.6, но по понятным причинам, я считаю. Но, в принципе, он не ощущается таким тяжелым. Да и, на самом деле, 4.6 это не предел, далеко не предел. Пишите в комменты, сколько весит ваш самик. Кстати, забыл сказать, сегодня вечер будет необычным, а мы залетим на мероприятие бомиксерское. Да, что-то влог немного 50-50 самокатера и бомиксеры. В общем, один знакомый по имени Андрей Бутер, возможно, кто-то из вас его знает, сегодня устраивает премьеру бомикс-видео, и судя по тому, какие премьеры он устраивал до этого, я думаю, сегодня тоже будет четенько, поэтому решили тоже залететь, посмотрим. Я не знаю, буду там что-то снимать или нет, но вообще суть в том, что вы вот, короче, увидели, как мы катаемся с бумиксерами, и у нас такая крутая, тепленькая тусовочка получилась. Все отлично, мы отлично контачим, общаемся, и все здорово, нет никакой войны и так далее. Пишите в комменты, катаетесь ли вы с бумиксерами, если вы самокатер, ну или наоборот, там, я не знаю. Вот у нас как-то так сложилось, что в основном все четко, и мы можем кататься вместе. Так, конечно, получается не всегда, но в большинстве. В большинстве все отлично, с большинством ребят все здорово. Короче, где эти, блин, Гоша и Нифонт? У них есть еще 3 минуты. 20 с чем-то минут прошло. Вы надо мной издеваетесь? Это не я, это кто? Все приехали уже, кроме вас. Я всех собрал. В общем, пацаны, мы решили продвигать BMX-движуху в данном видосе. Поэтому давайте поддержим Гошана. Это его первый даблпек в жизни. Ну вот, совсем другое дело. Как сидят нормальные пацаны? Паника, нормально, Катя. Пусть едет. Пусть едет. Давай, Андрюша, давай, 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 давай. Ай, полетел, полетел. Ай, хорошо. Ай, хорошо. У-у-у! А теперь голень страдает. Не, я не ударил. Давай, баба-бой. Вот дурак. Вот все нормальные трюки будем снимать. Пацанские, так, чисто за прыжкой. На хард 3, да, Андрей? Сидя. Так он говорил, через перилы сидя делают. Оу! Хорош! Короче, набираем много лайков, делаю видос, в котором я буду кататься на бумиксе. Всю жизнь? Нет. Буду учиться скользить. С Нифаном. Франц-стрит. На байке. Я вот думал о том, что лучше сзади тебя не ехать, потому что назад будешь падать. Но я ничего не сделал.
бабуй. В обратку, давай еще трюк, еще. Об столб. Чекс. Короче, у нас проблема. Гоша, какие проблемы? Почему мы должны ехать перед премьерой Вейбайк? Бабабуй. Это кто так сделался? Это Нифон скушал, козел. Это не мы. По-любому не мы. В общем, до премьеры сколько? 1.5 часа. Нам нужно еще залететь в Вейбайк, похавать. И потом туда уже выдвигаемся. Будем делать трюки на ходу, короче. По дороге. Потому что едем мы, конечно же, своим ходом. Правильно? Правильно. Так быстрее. Кстати, Марыч. Тут мы перил понаходили. Вот смотри, есть вот такая. Есть там еще вот такая. Короче, ребята, объясняю ситуацию. Мы поехали, как вы поняли, в Вейбайк для того, чтобы Гошан поменял камеру. Короче, он купил новую камеру. И каким-то образом они, в общем, ее пробили, пока ставили. В общем, мы поехали без него. Он нас догонит уже на премьере. По дороге тут трейл. Я предложил Нифану взять. Как бы пусть будет кадр, а вы поставите лайк. Все, красавчик, пацаны поставят лайк и подпишутся на твою инсту. У меня образовался вопрос, короче, к бутеру, почему премьера уроды называется. Сейчас приедем, задам. Не, короче, я с нее на фифтыры разложился так. Да, я видел. Я думаю, какой-нибудь вложик мы тут фифтов поделаем. Я видосик летом снимать буду, поэтому во вложик будут просто фифты. На хард 3. Не, это уже видос, наверное, мой. А вообще, камеру вырубай. В общем, перед самой премьерой видоса большого ребята сделали мини-контест. Точнее, Андрюха Бутер сделал мини-контест для бумейксеров. Ну и на это было довольно-таки интересно понаблюдать. Я там кое-что подснял, сейчас вы это все увидите. Ну а дальше будет кое-что интересное. What's up, с вами Горилла Райдерс, и это Илья Субач и Андрей Ивашкин. Вот как раз таки после этих первых попыток фифтарей от Марыча я достал камеру и стал снимать. И я вам скажу так, сразу спойлерну. В общем, я вас обломаю, но попыток там, наверное, 200, 150, 200. Мы снимали 2,5 часа, мы дико устали. Он разложился, наверное, раз 50. И некоторые падения были прям жесткие. Короче, в конечном итоге он неплохо так вальнул ногу. Получилось так, что и Гошан с ногой немножечко поехали в травму. Ой, бля!
Не, Михан, что-то с коленом точно будет. В травме сейчас, блядь, поехали, либо я сейчас скорую вызову. Не фан дело, говорит. Короче, ситуация. Нужно, чтобы он добрал, а его нужно доставить в больницу. И Марыч тоже под конец ногу неплохо так жахнул. В общем, сейчас вы увидите самые яркие, насыщенные попытки его взять эту рейлу на фифте. И я думаю, что он заберет себе самик. Я думаю, он возьмет новую деку и нормально все будет. Доберет, приедем, доснимем, и все будет четко. И мы не потратим 2.5 часа. В общем, приятного просмотра, сейчас будет жесть. Да если... Мы куда? Может дать эту кофту или что-нибудь? Короче, пацаны поехали в травму, потому что Гошан убрался коленом. Ну а я все-таки за то, чтобы Марыч добрал рейл. Да, давай похаваю, почему нет-то? Уже реально типа 50 дублей снимаем, если не больше. Поэтому можно и покушать. Как бы, да. Мы здесь уже просто хренову тучу времени. Мы, наверное, здесь минут час. Короче, за последний год, может, полтора, что я катаюсь с Марычем, не было ни одного трюка, который занял бы у него, ну, типа, больше, наверное, минут 10. Правильно я говорю? Ну, я даже ту, короче, у меня в стори наклонка была такая намного выше, чем Машерова, намного ебанютей. Ступенек тоже, да. Ступенек там тоже больше. Я ее где-то с 4-5 набор делал. Эту всегда какие-то с ней проблемы. Короче, вот базарю. 10, ну 15 попыток. Ну с условием того, что он там подъезжает, примеривается. Короче, мы хотим снять рейл и чек. Будем кататься по разным райончикам, будем брать перилки. И чисто будут серии видосов, где в основном будем по рейлам ориентироваться. Самые такие ебанутые перила будут. На 50. Короче, чтобы вы понимали, Марыч уже минут 10 просто ставит самик, на него залазит и соскальзывает на фифтах. Она проклята, вот сейчас возьму. Вот таким вот образом, уже минут 10 так. Ну а теперь соедини это все дело, прыжок, вот это вот. Я думаю, что надо было сначала сделать так, а потом на нее запрыгивать и пытаться скользить. Но Марыч утверждает, что ему об этом никто не говорил. Ну ему правда об этом никто не говорил. Я думал, он сам знает, как делать 50. Фонари вырубили, мы остались без освещения. Да майку! Ой, опять хуй. Ты едешь на айс, потом купите. Вся жизнь перед глазами. Чё? Я охуел, я не знаю, я просто... У меня все мысли, я как будто уснул, блядь. Серьёзно. Ребята, такой вот получился видос, есть веселые, классные, положительные моменты, есть немножечко неприятные, грустные, видео падения и так далее, но я думаю, что все будет хорошо, и я очень сильно надеюсь, что видос этот вам понравился, потому что он реально дико насыщенный, в нем есть просто все, и крутые трюки, и разные дисциплины, и мероприятия, по сути, жесткие падения, и какое-никакое
веселье. Поэтому я надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан. Ну и, конечно же, будете ждать продолжения. Как вы понимаете, этот сезон будет достаточно горячий и в плане видосов тоже. Так что подписывайтесь. И на инсту ссылочка будет в описании. И на некоторых пацанов, которые были в этом видео, тоже ссылочка будет в описании. Можете на них подписаться. Все, до встречи в новых видео и пока.